Необоснованным и политически мотивированным назвал свое задержание экс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. В пятницу днем он был доставлен в полицейский участок Сан-Паулу для дачи показаний по делу о коррупции в государственной энергетической компании «Петробрас». После трехчасового допроса экс-президента отпустили. Им нужно было всего лишь сказать мне, куда прийти. Но, к сожалению, они решили действовать нагло, высокомерно, устроили настоящее шоу для СМИ. Прокомментировал он происходящее, выйдя из участка. Напрасно назвала задержание своего однопартийца и ментора нынешний глава государства Дилма Русеф. Я категорически не согласна с тем, что бывшего президента Бразилии задержала полиция с целью добиться от него показаний. Дилма Русеф напомнила, что Лула да Сильва ранее несколько раз добровольно отвечал на вопросы правосудия. Тем не менее, по словам бразильского прокурора Карлоша Фернандо душ Сантуша Лимы, у следствия есть весомые доказательства причастности политика к коррупционной схеме. Мы ведем расследование улик, указывающих на то, что экс-президент и члены его семьи получали вознаграждение за ряд проектов, инициированных правительством. По данным следствия, ряд объектов недвижимости в разных частях страны могут принадлежать бывшему главе государства, хотя оформлены на других людей. Следователи не исключают, что недвижимость была задействована в схеме отмывания денег через Петробрас. Сразу после известия о задержании Лулы да Силвы в Сан-Паулу произошли столкновения его сторонников и противников.